Здравствуйте, дорогие друзья! Субботний день, и мы вновь в Иерусалиме. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Эти строки из 41-го псалма как нельзя лучше передают мысли и желания верующих. Несмотря на то, что пока воздушные ворота страны закрыты, небесные врата открыты всегда. И всегда можно направить вашу молитву Господу. А когда появилась возможность, то многие верующие устремляются в святой град Иерусалим. Даже сейчас на площади перед храмом я вижу небольшая группа. У входа на лавочке сидит господин Ваджи Нусейбе, ключник. И предупреждает всех одевать маски. Вы наверняка знаете его из тех, кто смотрит трансляцию с храма Гроба Господня на Великую Субботу. Он открывает в этот праздничный день ворота храма. Камень миропомазания. И мы поднимаемся на Голгофу. Предел Голгофа. Название происходит от арамейского «Гальголи» – череп, скала, которая по форме напоминала человеческий череп. И там стоял крест, на котором был распят Спаситель. Даже здесь сегодня небольшая очередь. Под пределом Голгофы находится часовня Адама и вход в канцелярию Святогробского братства, а в канцелярии сокровищница, в которой собраны множество мощей святых. И среди них выделяется икона Константина и Елены, держащая крест Спасителя. И вот крест в этой иконе сделан из частицы древа истинного креста. Но сегодня туда нельзя пройти, закрыто. А сам предел, предел Адама, и здесь вы видите как раз камень Голгофы. Когда Христос умер на кресте, тогда случилось землетрясение, и занавес в храме разорвался надвое, и камень Голгофы лопнул, и капли крови Христа упали на череп первого человека Адама. Так был искуплен первородный грех человечества. А мы с вами идем к Увукли, к гробу Господню. Пока туда можно входить только монашествующим, но молиться можно всегда и везде. Католический предел открыт. Часовня Марии Магдалины. И проход, называется он Арка Дев. Он ведет к темнице Христовой. Там Христос находился под стражей, пока готовили место казни. Но туда пока тоже пройти не представляется возможным. За гробом Господним предел Иосифа Аримафейского, гробница Иосифа Аримафейского и его семьи. Как мы читаем в Святом Евангелии, Иосиф вырубил себе гроб в скале, но он уступил этот гроб, чтобы похоронить Спасителя, а сам он был похоронен рядом. Этот предел принадлежит Сирийской православной церкви. Сегодня родительская суббота, и многие пришли поставить свечи и помолиться за своих близких. На этом можно было бы завершить, но на площади перед храмом я вижу открыт проход в предел жен мироносец Кафедрального собора Якова Брата Христова. В этом пределе мраморная ротонда указывает на место, где произошла встреча воскресшего Христа и Марии Магдалины. А в иконостасе монтирован камень с горы Божией, горы Синай.
Я с вами не прощаюсь. До встречи на Святой Земле. С вами был гид Сергей Алексейчик.